Паша. План, как всегда, можем Да, сделать. Паша. Посадить ученого, подождите. Посадить ученого в УАЗик, или там куда машину. И по границе, и вывести его на Заграба 2 километра. Вот и все. Паш, Города ты у исчезла. Альбера там спроси насчет того, что удалять тут такого комнату с МСВ, потому что она распалась. Ну, он решил просто распустить. Кто-то этими комнатами пользуется. Ну, не знаю, вдруг там нужна будет Оставьте работа. себе, если вам нужно будет пообщаться в закрытом варианте, оставьте себе, пользуйтесь. Или вдруг решите без Мальбора сделать МСВ. Назовитесь по-другому, милые славяне. Ну, еще Зачем вот залип? такой маршрут. А этот. А если мы поедем таким путем, сколько триггеров сработает на завершение миссии? Все. Нет, ну я имею в виду совсем не в наглую не подбираться туда, ну, скажем так, держаться. Красный квадратик прямоугольник. Заштрихованный прямоугольник на Достал. острове. Там Там кролики взрываются. мины, да. Туда вообще лучше не ходить. И в заштрихованную зону тоже лучше не заходить. А гражданский обязательно должен был это в машине ехать? Желательно. Может бежать. Может Позови. пешком ехать. Давайте отправим его, пусть сам бежит. Добирается. А у него На есть выбор. У попутках. него может уйти на Заграбат, а может уйти на Запад. Все. Ну, если он с синими решит уйти. Синим-то надо на аэродром его увезти. Так давайте его сами привезем. А пустыня Халифа там че? Или просто? Это просто. А, типа мы... А на юге будет черная дыра или нефть? Где? На юго-западе. Черная точка какая-то. Это... А, я понял, после дома. Старта. Это Дома. Точно дома, ё-моё. Они, кстати, еще взорвутся. При старте, если мы туда... Или если мы туда зайдем? При старте. Угу. Окей. Тогда нормально. Осталось решить, как остальные будут действовать. Повторите план, только я только сейчас загрузился. Стрелки. И надо решить, кто повезет. Кого там 1500 было? Че? Часов. Тот и повезет. Нет, спасибо, я с бонзаем поеду. Я был наказан один раз за 600 часов полетов. Зато научился летать, да? Не факт. На грузовике. Теперь больше не сажусь. Ну ладно, повезу-то я. Но нужно, чтобы остальные на себя отвлекли внимание. То есть там по дороге поехали. Да они знают, что по карте пройдут, наверное. Возданник же сказал. Да? Вроде. Да. И он за синих теперь вышел. Тогда какой вариант? Да Баним никакой. Аздоника. Тогда такой вариант. Сажаем. Баним меня. Пехота сначала чистит город, дорожку. На бетере там проезжают по дороге через мосты, если не сгорают, там нигде не залипают. Немножко чистят. Как только станет немножко чище. На УАЗике прорываемся и уезжаем на Заграбат. Извините, я ученый, я не ошибся каналом. Не дай нормально. Нет. Нет.
Это значит, вы мои друзья красные, да? Синие враги мои. Ну, твои лучшие друзья. Будем считать, что тут друзья по бизнесу. Это, Аляска, ты оружие не бери и стрелять не смеешь, не имеешь права. Иначе задоник бомбанет. Все понял. Да. Ты просто идешь за нами, и все. Так точно. Тебя они не должны стрелять. А если убьют? Ну, то проиграют. Да, они... А, так давайте его вперед поставим, пусть он перед БТРом идет. Слушайте, это гениальная мысль. Блин, надо побольше ученых. Слушайте, это очень неплохо. Правда, это будет медленно, но... Я думаю, они без базара шпилят. Ну ладно. Готовы, да? Ученых. КВшка стандартная. Да, сотую бьем. Он за зеленую нашлись. Просто представьте, как это будет выглядеть. Вы меня охранять должны, а не вперед пускать. Посмотрим. Ладно, ладно, наша корова. И тебе эту корову знаешь, как это? А с Доником здесь куда-нибудь? Нет, а с Доником здесь нет, к сожалению. Ну, найди... Я могу засунь его куда-нибудь. Много питов, по-моему, не стоит играть. Все равно подохнут. А гранаты можно взять? Конечно. Я не понял, нафиг же третья миссия, ни одного ящика с оружием, ё-моё. Можно так гранаты взять, дымовые? Попробуй. Сотная КВшка или какая? Да-да-да, сто. Бинокль скинул, можем, если кому. Песня меня это. Раз. Два. Три. А что, у нас фристайл? Да, наверное, да. Сотку сказали. Сотка. Все, давайте пехоту, кто там хотел чистить, двигайтесь в сторону города, смотрите, бетер сажайтесь, кто там в экипаж. Лицо чистить куда-нибудь можно? И... Какая была команда? Чистите. Ну я пошел. Машина. Я медик, я остаюсь с нашим сопровождаемым. Я ему уже чуть не поднимаю, но как чистить технику? Подожди, Ну пехота-то может выйти уже, пехота может выйти. Чё, пешку? Вы там уже стреляете. Я могу тоже пойти пешком. Вы, кстати, аккуратнее отсюда, они сюда могут стрелять. Пули-то пролетают. У нас зона защищена для входа, а не для пуха. А если наш снайпер залезет вон туда вот? Попробуй с ним. Нет, снайпер не согласится. И он умрет. Там у них ТВП, по-моему, было, или это у нас ТВП? Я пошутил. Стой, я вы... Ну, ладно. Сейчас бы был минус один. По короткому маршруту прилобить. Вы по зеленому маршруту дойдите, да, от город прочистите, там как раз по пути под город. Ну, техника разблокирована. О, а мне как-то уже тоже, ё-моё. Тогда побыстрее. А они откуда стоят, с юго-запада или с северо-запада? Они вот по стрелке дальше туда проводи его в лес. Ух ты, нихрена. Другой стороне дороги. Тут какой-то кратер. А тепловизор, он пустый просвечивает? Да. А чё, ты хочешь на это поехать? А попробуй сесть в УАЗик. Садись. Офигеть. Не, ну поехали. Вау. Прекрасно. Вау. Погоди. Ты чё, меня выкинул?
первое место. Вот так. Чтоб видели, что я на переднем сиденье и не взрывали сразу тебя. Угу. Только я думаю, их это не остановит. Вы там за что кричите? Если по вам стреляют. И по зеленым меткам есть. Ехать, да? У них мины есть, у них есть мины, кстати, вспомнил. Противотанковые мины. По зеленым мины. Меткам ехать. Да нет же, по одной линии зеленые. Сейчас удалю то, что мне нужно. Интересно, чего у них нет? Короче. У них есть хамвик с М2, две штуки, по-моему. И мины противотанковые. И одноразовые РПГ-хи, насколько я помню. Угу. Я говорю, а чего у них нет танков? А, они пиндосы, да? Это теперь моя любимая миссия. А суп же вроде бронированный, да? Черт узнать. Хочешь, я проверю, смогу ли я в него сесть? Или... Потому что он... Да вот надо проверить, можно садиться? Ну, кто-то 113 сидит. Нет? Только в этот. Ясно. Чек. Печаль, печаль, печаль. Ну что там у вас? Стрельба есть какая-нибудь? Прием. Да. Стрельба есть? Нет. Нет. Город уже видится? Я, в принципе, с учёным... Стрельба есть, по-моему. Да. В городе. Я просто с учёным могу по дороге доехать до заправки, а потом уже на перекресток вырваться. Их там, по-моему, уже... Кого их? Не знаю, кто бежал. А чё, куда атаковать-то? На карте нарисован город. Можешь с нами поехать, мы сейчас на заправку вырваться будем. Там будет, там дичь будет, надеюсь, мы выживем, а потом по дороге будем в сторону юго-востока прорваться к Заграбаду 2 километра. А Заграбад — это конечный пункт или телепорт на карту? Да, это конечный пункт. Понятно. Просто мы там пока появляемся, вроде как ученый должен выйти из машины, насколько я помню, или нет. Да, он должен выйти там, в той точке. Ну что там, стрельба все закончилась? Да-да. Один выстрел. Ну, можем попробовать проехать. Вообще-то несколько выстрелов было с снайпера. А... Гони, шеф! А, все вы за горами что-то проехал. Около М113 кто-то бежит. Сзади нее. Я сзади БТР ищал, правда. А около М113 кто там пробежал? Вижу в городе сам... врага. В городе вижу врага. Что за взрыв? Блять, неужели они все в городе? А в заправку кто-нибудь уже наблюдает? На перекрестке, просто посмотрел кто-нибудь там заправку, есть там кто, нет. Мы доедем до этого места и будем прорваться дальше уже по прямой. Достиг вот этой зеленой стрелки. По мне стрельба. Как кто-нибудь дойдет, доложить? Я вот этой зеленой стрелки, короче, вот на дороге уже в город проехал. Есть стрельба. Угу. Тут. Ну, понятно. А остальная пехота уже наша втянулась в город? Не наблюдаю. Ну ладно, короче, я УАЗик гоню. Если что, будете смотреть, откуда бьют по нам. Что я не вкурил? Запахивали бы как-нибудь. Что не вкурил? Дальше за ним сразу есть.
Я тоже не вкурил, что за херня это. Здесь вроде этого раньше не было. Ну, здесь да. По штату чисто, это на карте изменения взял для задания специально. Движение было. Башни кручу, здесь враг. Раз. Я, по-моему, за вами еду. Не влепись к вам, да? Он сейчас, скажи, пока к ним пролетает. Кису, ты вернишка, босс. Беттер, вы там под колеса смотрите, мины могут быть. А была доктор, да, Беттер? БТР. А не может он туда сесть, он только в одну машину, по-моему, вот с УАЗик в этот может сесть. В куста? Близко? Кто? Тогда бы они были вообще защищены. Слева от Беттера. Ой, слева от Беттера. Тут кто-то слева, блядь, поставил. Тут уже кого-то сожгли. О, Хаммер. Вас никто не отвечает, да. Звучит свой. Так, ну все, мы можем... Мы налево уходим, прорываемся. Но он же не на КВшке, да? Да, прорываемся к точке по дороге. Ты говорил, что на новой? Кто сейчас я стрелял. Бля, сейчас РПГ залил. Они халат видят, я надеюсь. Убить меня, я для вас такое оружие химическое создал. Опа, убили. Убили меня. Прям лицо. Это эпик фейл. Что было? Как его убили? Как его убили? Как? С РПГ. Классно. Классно, из РПГ стреляешь. Да-да. Да я вообще... Я не заметил, что это РПГ.